выхода в поле Игорь Буценин. Линейные судьи Михаил Лебедев, Игорь Французов. Инспектор матча Валерий Давыдов. Ну что, мяч у Райана Бамбри. Игра началась. Первый удар, начальный удар произвела команда Енисей СТМ. Монинцы мяч ловят, отправляют его на половину поля Енисея. Атака, первая атака Енисея. Рамиль Гайсин ногой отправляет его в 22-метровую зону ВВА. Панасенко ловит и метко с места ловли мяча. Свободный удар. Кукишев. Пас получил от Панасенко и Денис Кукишев отправляет мяч в аут. Первый коридор в матче будет вводить Енисей СТМ. Перед игрой минут за 20-30 до начала прошел дождь. Довольно-таки серьезный, сильный был дождь. Но вот после минут 10 он шел, 15. Потом закончился. Сейчас опять над полем стадиона Монина тучи, и не исключено, что вот-вот дождь вновь о себе заявит. Но пока осадков никаких нет, и командам ничего не мешает. Енисей свой коридор отыгрывает. Бамбри. Дальше идет атака Енисея. Продолжается. Сохраняют красноярцы мяч и теряют его. Но очень неудачный удар. И первая попытка, может быть. Да. Безобразно сыграли военлеты в своей... На своей половине поля мяч выскочил, его никто не подобрал. Красноярцы пробили его вперед. И Алексей Щербань уже на второй минуте матча открывает счет. Вот такое неожиданное начало. Вроде бы ничего не предвещало, но Енисей потерял мяч. Но монинцы не разобрались. Удар ногой по земле. И Щербань первый набежал и приземлил его в зачетном поле военлетов. 5-0. И отличная возможность у Райана Бамбри увеличить преимущество, сделать его 7-0. Вот такое неожиданное начало. Красноярский клуб сразу взялся за дело и вышел вперед. У нас начался дождь все-таки. И под его аккомпанемент Райан Бамбри забивает реализацию. Счет становится 7-0 в пользу Енисея СТМ. 7-я минута. Записываем себе. Вот такое неожиданное начало. И ветер у нас усилился. Вот попытка Алексея Щербаня стала там таким толчком для погоды, чтобы заявить о себе. И вот пошел дождь небольшой. Тут же сильный ветер поднялся. И вот игра продолжается. Начальный удар красноярцы отлавливают. И ваут 89 номер Антон Николай Серков. Ваут его выносят игроки ВВА Подмосковья. Теперь коридор уже будет вводить хозяева Владислав Коршунов, который сегодня появился в составе после долгого перерыва. Алексей Панасенко мяч ловит, оказывается на земле, но сохраняет его. Атака ВВА продолжается. Атакуют военлеты, хорошо, в центре, в центр поля перешли, продолжается атака. На дальней от нас бровке идет атака ВВА Подмосковья. И вот хорошая... Продолжается атака, проходит какое-то количество метров и тоже аут. Алексей Волков по правому краю совершил хороший проход, но его остановили. Енисей быстро разыграл коридор. И мяч уже на половине поля ВВА Подмосковья. Коридор будут вводить военлеты. Вот так вот быстро идет игра. Енисей разыграл коридор молниеносно. И тут же ногой красноярцы отправили мяч на половину поля ВВА Подмосковья. Напомню, идет первый тайм. Счет 7-0. Вот такое неожиданное быстрое у нас начало. Алексей Щербань положил попытку после неразберихи со стороны ВВА Подмосковья. Вот коридор. Заброс фиксирует Игорь Буценин. И схватка Енисея СТМ.
на половине поля ВВА Подмосковья. Мощнейший ливень у нас. Вы видите, все сметает он. Ветер, мощный ветер, который сопровождается ливнем. Вот в таких условиях приходится вести трансляцию, но мы не прекращаем, не выключаемся. И все только для вас, для болельщиков регби. А тем временем потеря уже со стороны Енисея. Игра вперед, схватка ВВА Подмосковья. Мощнейший ливень у нас обрушился на Монина. Вот так вот Алексей Щербань только успел занести попытку, как тут же ветер и сильнейший ливень накрыл стадион в Монино. Большинство болельщиков собрались под навесом, где мы находимся. Сейчас здесь не протолкнуться. Очень много народу. ВВА Подмосковье тем временем владеет мячом. Продвигаются военлеты. Следует удар на половину поля Енисея и с места удара. Неудачно. Мяч, не коснувшись земли, покинул поле. И уже коридор будет вводить Енисей СТМ. Напомню, что вчера начался четвертый тур, в рамках которого Кубань на своем поле принимала Красный Яр и уступила со счетом 7-43. Красный Яр заработал еще и бонусное очко за 7 попыток. И 11 очков подопечные Игоря Николайчука набрали и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Атакует тем временем коридор своего военлета. С трудом отыгрывают. Сохраняют мяч. И вот теперь уже потеря. И нарушает правила Енисей СТМ. Близко были они к зачетке ВВА Подмосковья, но ошиблись и нарушили правила. Штрафной будет пробивать Илья Демушкин. Выбивает в аут. Он сегодня на позиции 15 номера играет. Выбивает мяч в аут. Но пока встреча проходит, в принципе, в целом в равной борьбе, за исключением этого эпизода, когда Алексей Щербань положил попытку. Мы видели атаку ВВА Подмосковья с прорывом Алексея Волкова. Может быть, Енисей больше владеет мячом, но пока вот в целом игра равная у нас. Команды много ошибаются. Неудивительно, мяч мокрый, и укротить его, ловить становится намного тяжелее. И мы, наверное, увидим сегодня много игры вперед, много схваток. Командам придется, конечно, тяжелее, учитывая погодные условия, которые сейчас вот в Монино. Схватка тем временем на дальнем от нас краю. ВВА Подмосковье. Такой вот еще одна ошибка. Технический брак. Но мяч остается у ВВА Подмосковье. И нарушает в защите правила. Заваливаются. Фиксирует Игорь Буценин. Быстрый розыгрыш военлетов. И 10 метров. Просит Игорь Буценин отойти Енисей СТМ. И теперь уже никто никуда торопиться не будет. И летчики попробуют или ударить поворотом, или выбить ваут. Сейчас посмотрим, что они выберут. Удар поворотом выбирают. Александр Войтов, капитан команды, показывает, что его команда будет пробивать поворотом. Первый штрафной в матче, который будут пробивать команды ВВА Подмосковье. На 10-й минуте. Я так понимаю, это будет Илья Демушкин у мяча. В этом межсезоне он перешел из Империи в ВВА Подмосковье. Все мы знаем, что Империя в этом сезоне выступает в высшей лиге по финансовым причинам. Вчера, кстати, Империя победила у себя дома 54-27 Нарвскую Заставу. И вот Илья Демушкин перебрался вместе с Артемом Гончаровым. Его сегодня в заявке нет в ВВА Подмосковье. И вот готовится Илья к удару. 23-й номер Илья Демушкин. Практически с центра поля Илье предстоит бить. Разбегается удар. И забивает Илья Демушкин. 10-я минута. 7-3 счет становится в пользу Енисея СТМ. Начальный удар. Райан Бамбри, номер 20, новозеландский легионер Енисей СТМ. Кукишеву мяч отдают, и Денис
Янюшкин, извините, Александр Янюшкин бьет в аут. Коридор на половине поля ВВА Подмосковья. Будет вводить Енисей СТМ. Ну вот в этом году на позиции 10 номера, обратите внимание, Денис Кукишев, молодой игрок ВВА Подмосковья, воспитанник клуба, закрепился на позиции 10 номера. И он выходит в этом году в основном составе. Очень хорошую попытку он положил в матче со Стрелой. Агро, она вошла в хит-парад лучших попыток второй недели чемпионата. Вы можете посмотреть их на сайте rprl.ru, сайт, официальный сайт профессиональной регбийной лиги. Вот попытка Дениса Кукишева попала в топ-5 лучших. А тем временем Енисей СТМ атакует и теряют мяч. Да, скользкий мяч, словно горячая картошка в руках регбистов сегодня. И очередное нарушение, третье, по-моему, я насчитал подряд нарушение Енисей СТМ на половине поля ВВА Подмосковья. Даже, наверное, четвертое нарушение подряд. И вот теперь же, конечно, поворотом военлеты бить не будут, далековато. А вот в аут ударит Илья Демушкин, наносит удар в аут. Хороший удар и у Ильи получился. И метра 23-24 до зачетного поля Енисея СТМ. Коридор будет вводить ВВА Подмосковья. У них сегодня на месте хукера играет Владислав Коршунов, который долго лечился. И вот он выздоровел и на игру, на ключевую игру для своей команды в первом круге. Он вышел в основном составе. Дождь у нас не прекращается, но, по крайней мере, нет такого сильного ветра, который был поначалу. И, конечно, полегче командам. Отыгрывают. Панасенко в воздухе уверенно играет. Приземляется на землю. Идет небольшое давление. Давление идет со стороны ВВА Подмосковья. Давит. Хорошо идут. Хорошо руководит своей схваткой Александр Янюшкин. Мяч сохраняет ВВА. Сохраняет пока. И нарушают правила. Фиксирует Игорь Буценин. Очередное нарушение у Енисея СТМ. И штрафной с левой бровки будет бить ВВА Подмосковье. Посмотрим, поворотом или ваут. Что выберу? Да, поворотом. Не стали ничего придумывать хозяева. Илья Демушкин попробует во второй раз в матче забить штрафной. Это происходит у нас на 13-й минуте матча. Илья Демушкин. Посмотрим, что Илья сделает, что придумает. Забьет, не забьет. Далековато, конечно. Скорее, недалековато, а позиция неудобная. Все-таки с бровки придется Демушкину бить. А до ворот, в принципе, не так далеко. Где-то 23-24 метра. Но это прямо с левой бровки. Посмотрим. Илья Демушкин, 15-й номер ВВА Подмосковья у мяча. Выступающий на позиции 15-го, а номер на регбике у него 23-й. Готовится он к удару. Илья Демушкин. Разбегается Илья. И попадает Демушкин. 14-я минута. Илья Демушкин. 6-7. ВВА уже очень близко. Вот с моего места казалось, что мяч попадет в штангу, но он все-таки ушел чуть правее и попал между двух штанг, точно залетев в ворота. 6-7, Илья Демушкин, 14-я минута, все только начинается. Райан Бамбри, удар с отскока. И Демушкин ловит и отправляет его в аут. Тоже несколько раз мы видели, как после дальнего удара красноярцев Монинцы отправляли мяч в аут. Сейчас они то же самое сделали. В центре поля коридор будет вводить Енисей СТМ. Я уже сказал, что с этого сезона у Енисея два комплекта формы, то есть две расцветки, скажем так. Это их основная синяя, рыбейки синие. И вот бело-голубая с этого сезона новая форма у команды Александра Первухина. Они по очереди выступают то в одной, то в другой. Например, в Таганроге они были вот в бело-голубой форме. Также играли бело-голубой против красноярского Красного Яра. И вот сегодня они тоже в этом, у них этот комплект формы. Ошибаются. Игра вперед. Фиксирует Игорь Буценин. И схватка ВВА Подмосковья. Вот видим мы, да, я говорил уже, что учитывая, что мяч мокрый, идет дождь, будет много, очень много будет брака, игры вперед. И вот пока мы эту картину наблюдаем, вот очередная потеря теперь же со стороны Енисея.
И схватку будет вводить ВВА Подмосковье. Их 9-й номер, лидер команды Александр Янишкин. Вводит Александр мяч, отыгрывает военлёты, хорошо, не дают продвинуться Енисею. У Енисея мощная схватка, все мы прекрасно знаем, это главный козырь. Команда Александра Первухина входит в контакт Бабаев, но потеря. Тимир Булатов первый на мяче, сохраняют его, сохраняют, а вот ошибаются. Ну вот очень откровенно нарушали правила красноярцы, Игорь Буценин это зафиксировал. Вроде бы потеряли мяч, да, Монинцы, но Ренат Тимир Булатов очень... быстро сориентировался, упал на мяч, сохранил его для своей команды, а потом уже септижмашевцы правила нарушили, и Илья Демушкин в аут бьет, снова с той же точки, откуда совсем недавно Монинцы вбрасывали коридор, еще раз стандартное положение, еще один коридор будет вводить ВВА Подмосковье. Ну вот видите, последний, после такого бурного начала, после попытки Алексея Щербаня, Монинцы перевели игру на половину поля Енисея. Во многом это связано с тем, что красноярцы много очень нарушают. Где-то подряд 5 штрафных уже было, поэтому неудивительно, конечно. Но вот потеря, неудачный вброс Владислава Коршуна прямо в руки сопернику. И мяч у Енисея СТМ. Давление идет, давление. Хорошее давление красноярского клуба. И будет нападающий, продолжают идти. Да. Валерий Цнабеладзе с мячом, он хорошо продвигается. На землю уходят красноярцы. И Алексей Щербань свою свечку знаменитую вешает. И нарушение правил. Теперь уже со стороны ВВА Подмосковья, после града штрафных в пользу ВВА, теперь уже военлеты нарушают правила сами. И штрафной, наверное, Енисей будет бить в аут. Райан Бамбри, новозеландский легионер Енисей СТМ, бьет в аут. Нет, не получается у Райана удар. Не получается у Райана удар. И мяч не покидает пределы поля. Военлеты его забирают. Свечка. Хороший захват, хорошее набегание мы видим. Пас в левую сторону, в короткую атаку Енисея развивается. Курашов получает мяч, бьет по земле его и... Тот уходит в аут, отлично сыграл Курашов, получил мяч, пробежал несколько десятков метров и ногой по земле отправил его в 22-метровую зону ВВА, откуда тот уже вышел в аут и на своей 22-метровой зоне будет вводить коридор ВВА Подмосковье. Вот, наконец, Енисей перешел на половину поля ВВА, долго красноярцев не было, после первой атаки они никак не могли перебраться, много нарушали правила. А ВВА тем временем отыграли свой коридор, военлеты очень уверенно это сделали. Держат они мяч и еще раз удар ногой. Выйдет мячик в аут? Нет, не выходит. Сохраняет Енисей его в поле. Свечка еще одна, набегание. Ой-ой-ой-ой, не получается поймать. Все-таки со второго раза получается подобрать и уже ВВА атакует. И удержание мяча Игорь Буценин четко фиксирует. И штрафной теперь уже будет бить Енисей СТМ. Это Ренат Тимирбулатов. Правило нарушил 83-й номер ВВА Подмосковье. Удержание мяча, игра лежа. Можно по-любому это нарушение называть. И поворотом будет бить Енисей СТМ. Райан Бамбри, новозеландец. Первый тайм подходит к своей середине. Скоро перевалит за экватор. 20-я минута первого тайма. 7-6 впереди Енисей СТМ. И... штрафной удар будет бить Райан Бамбри. Параллельно с нашим матчем проходит встреча в Казани, где «Стрела Агро» принимает РК «Новокузнецк». Как будет какая-то информация, мы обязательно сообщим о ходе этого матча. А пока у нас Райан Бамбри готовится пробивать поворотом. Штрафной удар, 20-я минута. У Енисея есть шанс оторваться от ВВА Подмосковья. Райан Бамбри бьет. И забивает Райан Бамбри. 20-я минута. Райан Бамбри делает счет 10-6. Третий штрафной матч забивают команды. Два из них пришлись на долю ВВА Подмосковья. И вот один забил Райан Бамбри. 10-й номер Енисея СТМ. 10-6 у нас.
Начальный удар в Подмосковье произвело. И Алексей Щербань еще раз свечку вешает. Панасенко. Алексей Панасенко мяч ловит. Идет низко, сохраняет его. Ну что, чей будет мяч? И нарушает правила ВВА Подмосковья. Офсайд фиксирует Игорь Буценин. Не успели отбить своего игрока Алексея Панасенко, Монинсы. Не успели, да, к игроку с мячом. Алексей хорошо ушел на землю вниз, но Енисей был раньше на мяче, и красноярцы заставили нарушить правила своих соперников. И еще раз они будут бить поворотом. Снова у мяча Райан Бамбри. Теперь позиция уже, конечно, менее выгодная, но все равно удар поворотом будут производить красноярцы, учитывая, как хорошо бьет, какой хороший бьющий Райан Бамбри, лучший бомбардир российского чемпионата прошлого года. Могут красноярцы вернуть себе преимущество первых минут, преимущество в 7 очков. 10-6 пока у нас счет. 22-я минута. Райан Бамбри бьет. Классный удар Бамбри, ничего не скажешь. 13-6 на 22-й минуте счет становится. Вот преимущество в 7 очков снова на стороне Енисея. 13-6, 22-я минута матча у нас. Райан Бамбри зарабатывает свое 8-е очко в матче и увеличивает преимущество своей команды в счете. Денис Кукишев удар с отскока производит. Алексей Щербань бьет. И снова к Алексею Панасенко мяч прилетает. Сохраняет его? Нет, не сохраняет. Панасенко ловит и наступает одной ногой на линию, на боковую линию. И это четко фиксирует Михаил Лебедев. И коридор будет вводить Енисей СТМ. Вроде бы Алексей, да, хорошо сыграл, поймал. Но все-таки не удержался и одной ногой наступил на боковую линию. А это по правилам, по регбийным правилам, это аут. Валерий Снабеладзе протирает мяч. Да, мяч мокрый, надо его протереть, чтобы легче было бросить, чтобы не было забросов, чтобы не было никаких срезок. Бросает на второго прыгающего Снабеладзе. Все очень уверенно. Щербань, Бамбри. Нет, не Бамбри это был, извините. Виктор Архип это был. Ну что, отыграет Монинцы мяч? Украдут у соперников. Нет, по-моему, Енисей сохраняет. Сохраняет и продолжает. Атака красноярцев, нападающими они атакуют. Вправо перестроили атаку. Новиков входит в контакт. Сохраняет мяч Павел. И снова нарушает военлёты правила. Знаете, такими сериями такими нарушают. То 5 раз Енисей нарушал подряд правила, то теперь третье нарушение подряд ОВВА Подмосковья. С командой, что ли, договорились, конечно, шутка это, но нарушают они правила такими сериями. То одни, то другие. Вот теперь пришла очередь бить поворотом красноярцев. Третий штрафной подряд. У них есть возможность забить. Райан Бамбри у мяча будет производить удар. Вот предыдущий удар практически с этой точки, даже, наверное, чуть подальше. Более неудобная позиция у Райана была, но он забил. Сейчас позиция чуть-чуть удобна. И есть все шансы, что Райан наберет для своей команды 16 очко. Пока Райан готовится пробивать, давайте о запасных Енисея поговорим. 22 номер Станислав Сельский, номер 1 Сергей Новоселов, номер 17 Александр Безверхов, номер 57 Павел Бутенко, номер 33 Рати Урушадзе, номер 32 Никита Ильенко, номер 10 Сергей Кузьменко и номер 30 Дмитрий Симонов. А запасных ВВА Подмосковья чуть попозже, а пока Райан Бамбри бьет. Хорош Бамбри, ничего не скажешь. Великолепный удар. Бамбри красавец. 16-7. Счет становится на 25-й минуте первого тайма. Да, прошу прощения, конечно, 16-6, не 16-7. У ВВА Подмосковья два штрафных было. 16-6, плюс 10 впереди Енисей СТМ. Преимущество красноярцев растет. 25-я минута. Райан Бамбри. Все сегодня пока забил Райан Бамбри. Три штрафных, реализация 11 очков у десятки красноярского клуба. Начальный удар Енисей отловил. И вот теперь потеря. Да, игра вперед. Андрей Темнов оказался на правой бровке. Получил пас и мяч потерял. Сборная России по регби предстоит в июне
участие в турнире Кубка нации IRB. Вот немало игроков из ВУА, Подмосковья, из Енисея, СТМ там сыграют. Первая игра нашей команды 8 июня против сборной Румынии. ВУА тем временем атакует, свою схватку отыграли. Кирилл Кушнарев идет, его захватывают, кладет мяч Кирилл на землю, сохраняют. Янюшкин дальше, пробрасывает, атака ВУА продолжается, в край! Догоняют военлеты, ну, нет, сохраняет, захват следует со стороны Енисея и сохраняют мяч военлета. Енисей теперь нарушает правила, не откатываются, по-моему, фиксируют. Показывает, что Игорь Буценин, что не откатываются игроки, не отходят игроки Енисея СТМ, штрафной. Право на штрафной получает ВУА Подмосковье и... Что будет бить? Схватку выбирает. Вот такой вот. Можно при штрафном ударе, все мы знаем, выбрать схватку. И этим, этой возможностью ВВА пользуется. Схватку выбирает ВВА Подмосковье. Недалеко от зачетного поля ВВА Енисей СТМ. Около 5-7 метров. Там остановлена схватка в 5 метрах. Отсюда мне плохо видно. Но вот, видимо, это так. Отыгрывает свою схватку. Пока мяч на ногах третьей линии находится. Панасенко поднимает его, скидывает. Атака продолжается, ВВА. Давление, хорошее давление. Атакуют военлеты. Второй удар. Захват. Хороший, жесткий захват идет. И нарушает правила. Прямо по центру ворот Енисей СТМ. Метров 5-7 до ворот напротив. Прямо напротив ворот до зачетки. Рукой подать. Ну что будет? Наверное, удар по воротам. Это все-таки железные 3 очка. С такой позиции промахнуться тяжело. Разговаривает о чем-то Игорь Буценин с кем-то из игроков Енисея СТМ, с Юрием Бараном, с капитаном команды. А у нас тем временем дождик практически закончился. Я думаю, командам теперь будет полегче играть. Вот такой сильный был дождь. А забивает штрафной Демушкин. 9-16, 28-я минута. Илья Демушкин, 9-16, минус 7. Сокращает разницу в счете. Девять-шестнадцать у нас счет. Тем временем 3 штрафных Ильи Демушкина. ВВА Подмосковье продолжает погоню за Енисеем. Вот хорошая новость пришла из французского Брива, где... Женская сборная России по регби-7 выиграла в полуфинале первого этапа чемпионата Европы у хозяевок француженок 12-10, и наши девушки вышли в финал. Поздравляем команду Павла Барановского с этим успехом. А у нас уже первая замена. Вместо капитана команды 29-я минута, вместо Войтова появляется Андрей Романов. Такая вот неожиданная замена. Возможно, Александр получил травму. Пока мне тяжело сказать. Да, что-то, видимо, сотрясение мозга. Вот колдуют врачи Монинцев над Александром Войтовым. Надеемся, что все будет хорошо. Еще не будем забывать, что Александр Войтов должен завтра отправиться на сбор сборной России по регби. Надеемся, со здоровьем Александра будет все хорошо. И он присоединится к нашей команде. Запишем, 29-я минута. Первая замена вместо Александра Войтова. Андрей Романов, игрок второй линии. У нас игра продолжается. Курашов мяч отлавливает. Идет. И снова потеря. Снова ошибка. Курашов делал передачу. Партнер его не поймал. И схватка ВВА Подмосковье. Александр Янюшкин, 9 номер этой команды, будет вводить мяч. Еще раз хочу напомнить всем любителям регби, пока небольшая пауза, что уже больше двух недель работает сайт, официальный сайт профессиональной регбийной лиги rprl.ru. Заходите, вся самая последняя информация о матчах чемпионата России по регби, протоколы, лучшие игроки. Все вы можете посмотреть на сайте профессиональной регбийной лиги rprl.ru. А вот сообщение пришло из Казани, где на 19-й минуте первого тайма хозяева ведут 10-0. Попытка Антона Новичкова и попытка Игоря Снисаренко.
И уже 10-0 в пользу стрелы Агро. Он так уверенно преимущество свое наращивают подопечные Сергея Кощеева. Ведут они 10-0. А у нас счет 16-9. И Енисей СТМ будет бить по воротам. Очередной штрафной. Райан Бамбери. Пока у него было 4 удара по воротам. И все 4 Райан забил. Блестяще выполнив, справившись со своими функциями. И вот 5-й удар. Райан Бамбери может набрать свое 14 очко в матче. Метров 35, где-то 30 до ворот. Практически чуть левее до ворот. Но для Райана Бамбри мы уже увидели, после двух точных штрафных с правой бровки нет ничего невозможного. И вот еще одна возможность у Бамбри попасть по воротам. Устанавливает Райан Бамбри мяч на подставку. Райан Бамбри на 32-й минуте матча готовится пробить штрафной по воротам. Бьет Райан Бамбри и забивает. Да, просто безупречен Райан. 5-й подряд удар он по воротам забивает. 32-я минута. Райан Бамбри 19-9. Плюс 10 впереди Енисей СТМ. Александр Янюшкин удар с отскока производит. Ошибаются и красноярцы. Мяч перехватывают хозяева. И их атака продолжается. Кушнарев Кирилл ставит ручку, входит в контакт. И нарушает правила. Нарушает правила почти на 22-метровой линии. Поля своей зоны нарушает правила красноярцы. И прямо напротив ворот штрафной по воротам показывают военлеты. Они будут бить по воротам. И Илья Демушкин будет пробивать по воротам. 23-й номер ВВА Подмосковье. Вот так вот неудачно с начального удара. Красноярцы мяч не поймали. Военлеты его перехватили. Свою атаку организовали и нарушили правила уже гости. И отличная возможность у Ильи Демушкина сократить снова разницу в счете до 7 очков. Пока 9-19 у нас. И вот Илья Демушкин на 34-й минуте матча будет бить по воротам. 23-й номер ВВА Подмосковья. Илья сегодня также ни разу не промахнулся. Это его 4-й удар. И если он забьет, то наберет 12 очко своей команды в матче. Бьет Демушкин. И не забивает. Вот так вот. С угла Илья забил удар. А вот прямо по центру ворот промазал Демушкин. И счет остается у нас по-прежнему 9-19. Это первый промах игроков по воротам в сегодняшнем матче. Илья Демушкин свой удар смазал. Хорошая возможность была у ВВА Подмосковья сократить разницу в счете, но не получилось. Тем временем хозяева снова с мячом. Свечка. Михаил Бабаев свечку такую хорошую дал, набежал, но не удалось остановить Юрия Баранова, по-моему, это был с мячом. Ушел на двух человек, сразу упал, мяч сохранил. И уже Енисей СТМ по левому краю атакует. Щербин поднимает мяч, дальше идет, и же нападающими. Иннокентий Зыков также, игрок сборной России, который отправится на сбор, как Александр Войтов. Вошел в контакт и хороший удар ногой. Нет, мячик в аут не выходит. Снова с мячом военлеты. Демушкин мяч подхватил, повесил свечку. Но набежать он к своему мячу не успел. И снова мяч у Енисея. Бамбри дальше. Новиков. Атакует Енисей. Кричат с трибун, удержание мяча, но нет, конечно, никакого удержания не было. Николай Серков входит в контакт, сохраняет мяч. Щербань дальше влево, Курашов там был. Дальше атака Енисея продолжается, ВВА пока здорово защищается. Захваты очень хорошие, военлеты делают. Ну и вот атака захлебывается Енисея СТМ.
фиксирует игру вперед, только ОВВА Подмосковье, видимо, на какой-то момент его военлеты перехватили мяч и потом сыграли вперед, и он, мяч останется у Енисея СТМ. Алексей Щербань будет вводить его в схватку. Небольшая пауза у нас пока в игре. А тем временем растет преимущество стрелы Агро в Казани. Попытка Рамиля Юсупова на 32-й минуте. И реализация Игоря Снесаренко. 17-0 впереди стрела Агро. Параллельно этот матч проходит. Казанцы увеличивают свое преимущество. Тем временем Енисей свою атаку очередную начинает. Нападающими по большей части атакуют красноярцы. Бамбри ногой удар наносит Райан, здорово. Мяч по скользкой траве, словно пуля, вылетает в аут. И коридор на своей половине поля будет вводить ВВА Подмосковье. Бамбри здорово сыграл. С учетом травы очень грамотный удар получился. Мокрая трава, и мяч резко вылетел в аут. И уже коридор будут разыгрывать военлеты на своей половине поля. Владислав Коршунов это будет делать, хукер команды. Напомню, у нас идет 37-я минута первого тайма. 19-9 впереди Енисей СТМ. Неудачно играет Романов, вышедший на замену, не ловит мяч в коридоре. И Игорь Буценин фиксирует преимущество Енисея, не реализовано. И схватка красноярского клуба. Вот такая вот неудачная игра Романова в коридоре. Первый коридор Андрея Романова в матче. И не получилось у него отыграть мяч. Ошибся он. Игра вперед. Давить. Слышится скамейки запасных ВВА Подмосковья. Не так это легко давить схватку Енисея СТМ. Атака красноярцев. Быстрая атака после розыгрыша схватки. Щербань подбирает влево на нападающих. Сохраняет красноярцы мяч. Быстро перестраиваются в правую сторону на атаку. И неудачная передача. Плохо очень сыграл Алексей Щербань. Ногой бьет. Это кто у нас был? А, это был Рамиль Гайсин, да, который сегодня на позиции 15 номера. Выступает Щербань в падении. Неудачный пас. Дальше нападением. Нападение Бамбри запускает. Отбивают мяч красноярцы. Да, отбивает снова Щербань. В левую сторону перестроилась атака Енисея СТМ. И потеря. Игра вперед. И преимущество ВВА Подмосковья. Игра вперед. Преимущество ВВА Подмосковья. Не реализована схватка. Даже не схватка будет, а штрафной. Судя по жесту Игоря Буценина. Да, штрафной он наказывает Енисей СТМ. И в аут. Сейчас будут бить монинцы. Есть возможность уйти со своей половины поля и перевести игру на половину поля Енисея СТМ. Собирается вместе нападение ВВА Подмосковье. Решают, какую они будут играть комбинацию в коридоре. Коридор, полный коридор ВВА Подмосковье. Панасенко не ловит мяч, а заброс фиксирует Игорь Буценин. Второй коридор подряд неудачный ВВА Подмосковье. Сначала Романов не поймал мяч, потом забросили мяч хозяева. Владислав Коршунов на Панасенко бросал, но не получилось. Подходит к концу у нас первый тайм. 19-9 впереди. Енисей СТМ, попытка Алексея Щербаня с реализацией Бамбри и еще 4 штрафных Бамбри, на что ВВА ответила 3 штрафными Ильи Демушкина. Темнов хорошо входит в контакт, сохраняет мяч. Щербань сам и скидывает Улдису Саулиты, но тот теряет мяч. Но теряет его и военлеты, и игра вперед. Серия потерь, то одни, то другие. В итоге кто будет вводить схватку? Схватка ВВА Подмосковье. Последними вперед сыграли красноярцы. Где такой вот скользкий мяч выпрыгивает буквально из рук у игроков. То у одних, то у других. И вот последними нарушили правила гости, красноярцы. Будут схватку вводить хозяева. Александр Янюшкин о чем-то поговорил с Алексеем Панасенко, игроком третьей линии.
Пока достойное сопротивление оказывает ВВА Подмосковье. Вот еще бы штрафной бы Демушкин забил бы с хорошей позиции. Вот 12-19 было бы не так грустно. Хотя и 9-19 вполне можно отыграть. Преимущество не такое большое для регби, учитывая, что впереди еще концовка первого тайма и полностью вторая половина. По команде судьи схватки двух команд входят. На подачу двух команд. И вот разворачивают. Здорово. Разворот Енисей Стеймс. И схватка, и мяч переходит к гостям. Классно поработала схватка красноярцев. Первая линия развернула своих оппонентов. И в этом случае, извините, мяч переходит к Енисею СТМ. Помощнее схваточка смотрится Енисей, конечно, больше опытных игроков, мощнее красноярцы. Сейчас они это продемонстрировали, очень хорошо развернули своих соперников. И схватка перешла, мяч перешел к Енисею СТМ. Щерба не кидает, все четко, отыгрывают хозяева. Гости Бамбрии ложный пас показал, сам вошел в контакт, его захватили. Продолжается атака Енисея. Нападением тут же вправо перестраиваются. И Бамбри, что придумает Райан? Хороший удар ногой. Блестяще Бамбри. Бамбри сегодня прекрасен, великолепен, шикарен. Любое слово подберите. И поворотом все забивает. И бьет классно очень по углам поля. Ни одной ошибки пока у Райана Бамбри сегодня не было. Еще один удар по земле. И мяч выкатывается в аут. В 22-метровой зоне ВВА Подмосковья, коридор. Есть возможность вверху побороться, отыграть мяч и совершить результативное действие под конец тайма. Первая половина у нас подошла уже к концу. Практически последняя минута идет. Не знаю, сколько добавит Игорь Буценин. Сколько у него по секундомеру. Да, не получается отыграть свой коридор у ВВА Подмосковья. Гости перехватывают мяч. Щербань. Нет, не Щербань. Подбирают. И снова ошибка. Показывает Буценин, что мяч отлетел назад. И поэтому Енисей продолжает свою атаку, несмотря на потерю. И нарушение правил прямо по центру ворот. Сейчас вот штрафную в раздевалку есть возможность у красноярцев забить. Ну, для Бамбри это Бамбри такой штрафной забьет и закрытыми глазами. Сейчас посмотрим, конечно, но скорее всего на 40-й минуте первого тайма счет в очередной раз изменится. Райан Бамбри прямо по центру ворот готовится бить штрафной. 19-9 у нас пока счет. Впереди Енисей СТМ. Точный штрафной. На этом первый тайм окончен. 22-9. Впереди Енисей СТМ. Первый тайм окончен. 22-9. Впереди Енисей СТМ. Перерыв 10 минут. Отдохнем.